Через минуту в нашем выпуске расскажем, почему в строчке криминальных новостей сегодня попала знаменитая блогер, которая придумала марафон желаний. Громкая волна проверок российских блогеров, похоже, докатилась до королевы марафонов Елены Блиновской. Как пишет пресса, сегодня поводом стали заявления от самих участниц этих проектов. Они считают, что их обманули, и после покупки услуг Блиновской жизнь их так и не улучшилась. Теперь они требуют проверить ее на уклонение от уплаты налогов. Примечательно, что сейчас Блиновская как раз работает над запуском очередного марафона, тариф за участие в котором достигает 1 000 000 рублей. Сама блогер в разговоре с нашим телеканалом заявила, что никаких проверок против нее не ведется.